Осень – это пора простудных заболеваний. Одной из профилактических мер борьбы против гриппа является вакцинация. Сегодня мы находимся в Бличепсинском сельском поселении, где продолжается вакцинация населения. Грипп сейчас кажется неопасным заболеванием, поскольку он взят под контроль и изобретена вакцина. Но на самом деле болезнь чревата своими осложнениями. Один из самых эффективных способов защититься от болезни – вовремя сделать прививку. Вакцинация против гриппа началась где-то с конца сентября, 20 числа, и будет продолжаться еще в ноябре месяце. На сегодняшний день вакцину получили в количестве 800 штук. На сегодня привито 660 человек. Но план стоит провакцинировать 1500 человек. Вакцина еще будет поступать. И, пользуясь случаем, хочу призвать население не игнорировать, пройти вакцинацию. Почему? Потому что вакцина против гриппа не от ковида так называемого. Она ежегодно делается и противопоказаний не имеет. Вот уже месяц в России проводится вакцинация от гриппа. Прививка от гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок России. Что касается Республики Адыгея, примером для подражания являются руководство, священнослужители и старейшины поселений. Ежегодно, уже много лет, вакцинацию от гриппа делаю осенью. И я чувствую, что оказывает большую помощь. В течение года никаких недомоганий, даже признаков гриппозного состояния не бывает. Поэтому призываю всех пройти эту вакцинацию каждый год, потому что себя оправдывает. Сегодня вакцинацию провели нормально, спасибо медработникам, старательно, все нормально. По словам представителей амбулатории Бличепсинского сельского поселения, на 14 октября получено 800 доз вакцины. Из них использовано уже более 600. Планируется прививать ежедневно около 20 человек. Берегите себя и делайте прививки вовремя. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.